Нет для этого. А он сказал ей, сделай. Ну, мы думали, это сделает. Они в ягодицу колют. А потом забрали эти ампулки, все. И при выходе сказал, через 3 часа он умрет, а через 4 обязательно. И вот что они нам сказали, и мы поняли, что вот это они с этим мотивируют. И когда я была здесь, да, и тогда по телевизору одна врач такая с раковыми больными, она работает, я говорю, вам 40 человек сейчас представлю, что они согласны умереть своей смертью, чтобы только укол не делали, потому что это самоубийство получается. А убийца Царства Божьего не наследует. И вот эта стычка была. И тут, когда я... У меня сейчас аппарат на сердце. Мне 32 пульс был. А когда мы повезли дети в скорую, а когда уже там было, я не знаю, как, сколько пульс. И потом там сказали, что если, значит, если желаете, мы сделаем укольчик и все. Но мы не согласились. Mm-hmm. Я вспомнила о свекруху и отца моего. Нет, уже если Господь прервет жизнь, значит прервет. А потом, когда вот это я заболела и с этими трудностями, я была очень больная. И у меня на легких, как вот эта пена мыльная, так это на легких было. Ну что такое? Приехали врачи, меня вне очереди приняли там в госпитале. А потом снимки сделали, 3 снимка. Через время еще 3 снимка сделали. И возмутились, и говорят, мы вам можем облегчение сделать, но вот этот укол, но только мы с вашего разрешения. То есть я благодарна им, что они ставят в известность, что ты если согласен. А там я без согласия веду. И я сказала, я не хочу. И Лена мне сказала, зачем это нам надо. Мы будем уже, что Бог даст. Uh-huh. Но из этой трудности, когда он нам показал, мы говорим, врачи говорят, мы такого не видали. Мы не знаем, как лечить. И мы такое никогда не видели, что оно как пеной вот это мыльное, все там накрыто. Вот. И потом она плакала, мы там отказались от этих, от этой помощи, что укол. И тут дали кислород, и я жила за счет этого кислорода. Угу. Уже не кушала, она мне, конечно, пихала, что можно было проглотить как. А потом как-то по компьютеру она что-то искала и помогла, плакала, наверное, лучше стало. И получилось, что этот врач, и сейчас я, можно сказать, на стадии выздоровления. Так что благодарю Господа, и я на эти уколы не согласна. И хочу, чтобы никто из моих не согласился добровольцем на эти страсти. Да благословит вас Господь, успеха. Было очень интересно, спасибо, мы все зафиксировали. Будьте здравы, успеха вам в труде, и дома, и везде. А самое главное, быть верными Господу до конца.